пришли, друзья, просто походить. Мы сейчас в Неваде везем груз. Посмотрите. Просто пустыня одна и все. Долина смерти. Это такая пустыня здесь очень известная в Неваде. Не всю, конечно, и будем проезжать, но так немножко затронем. По карте показывает, что возле нее будем. Посмотрите, вообще здесь просто как в печке на улице. Смотрите, там вообще никого нету, никого. Оно вообще не передает, вот что здесь есть, друзья, на камере. Здесь просто пусто. Длиннющие дороги, никого нет. Паленое солнце. Пошлите посмотрим, какая сейчас температура показывает. Очень жарко, они попрятались вовнутрь. Видите, какое все сухое. Вот это зелененькое, но оно такое все сухое вообще. Thank you.
ослики, друзья, видите? А вон еще там. Вау. Ой, их сколько много. Вот они себе здесь и ищут попить. Трава позеленее. Майка, кто там? Хочет пообщаться. Ванька, что? Ванька, он идет сюда. Ваня! Ой, Мэтт! Ну! Ну! Ваня! Боже мой, что это такое? Ты что? Ваня, ты смотри, не съешь мне осла. Сейчас мне на машину еще запрыгну. Хай! Сейчас еще запрыгну. Привет! Алло, сы, Манька, нельзя. Что, не кушает? Ой, такой толстый ты. У тебя губы толстые. Ну, Ваня! Манька, нельзя. Что ты мне показываешь? Привет! Шорт, да. Шорт сделаю. Ты такой любопытный. Ванька всю машину сцарапаешь тут. Все такое старинное тут. Классно. Красота вообще. Интересно. Ванька так защищал вообще. Да, молодец. Так, похвалить. Что, стресс? Надо стресс пережил? Ну, шерсть такая. Да. Умничка, Ванька. Молодец. Молодец, Ванька, молодец, умница. Умница, молодец. Там ослики стоят.
подойти поближе. Ой, как здесь хорошо. Смотрите, вот еще бегут лошади. Прям с горы сюда к нам. К своим, видите? Класс. Они сюда бегут? Все, я пошла в машину. Бегай, бегай, машину. Смотри, все, убегаем. Смотрите, как они прогоняют, видите? Вообще. Смотрите, они сюда пришли. Я говорю, что лошади бывают жестокими. Ладно, я им сейчас попробую кинуть. Вика. Яблоки. Снимай, 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 снимай. Что? Они только что этой самой ногой мне стучали. Вика, ты успеешь добежать до машины? Я успею. Мне надо яблочко дать. Ну что ты так это сам? Друзья, доставочка. Здесь, короче, Golf Club. Это отель большой. Сюда мы приехали сделать доставку. Это уже штат Невада. И у нас на улице 48 градусов. Смотрите, как красиво цветочки висят. Дорожки, чтобы погулять. Деревья красивые. Ой, как холодно. У меня окно открыто и очень холодно. Смотрите, как красиво. Это надо, чтобы печка работала. Я еще переживаю, что жара будет ночью спать. Вот видите, 48 градусов. Все, вот мы приехали. Вот. Это 8 градусов тепла. А это вот все, друзья, отель. Вот прямо и туда налево. Правда, темно, не очень хорошо видно. Сейчас Вася развернется, я, может быть, вам поснимаю. Мы едем за дядечкой, который нам показывает, где можно будет припарковаться. Он нас отвозит в другое место. Здесь кругом лес, дорожки такие, можно ходить туда-сюда, гулять.
очень высокие деревья. Очень красивенько все. Так, все, нас отвезли в специальное такое место. Охранник этого огромного отеля, он сказал, что здесь паркуются парковки для таких больших машин, для САВС, для джипов. Вот там джипы, а здесь вот наши, вот такие фишечки. И вот мы здесь будем ночевать. Здесь очень холодно, друзья. Все, я пошла. Всем спасибо. Всем пока. Бррр. Поватрышка. Вот, друзья, день разгрузки. Я не стала показывать вам, снимать прям полное видео, как обычно я делаю. Я думала его вообще не снимать. И потом так получилось, что очень стало интересно на дорогах. Появились всякие дикие лошади и ослики. И мы просто уже немножко отсняли для вас. А так, друзья, мы сейчас находимся на резорте. Здесь гольф. И очень просто огромный парк, огромные отели, где люди отдыхают, и здесь вот они и расстраивают его еще больше. Вот видите, просто лес один вокруг, кругом. Очень большая территория. И вот здесь они разгружают финишные какие-то доски. Этот груз, друзья, мы везли из Оклахомы в Неваду. Ленни Чапаро. Мы, друзья, ехали по пустыне вчера. Вот. Очень было жарко, свыше 100 градусов. И вот вы можете даже посмотреть, как у нас машина, смотрите, вся в пыли стала. От этого. Вот. Покрылось все-все-все пылью. Нужно будет протирать. Сейчас еще немножко осталось, нас разгрузят, и мы поедем. Куда мы поедем с тобой? На Калифорнию. На сторону Сакраменто. Окей, так что так вот. На улице 48 градусов. Уже не так жарко. Все, друзья, всем пока!